Данила Козловский и Ольга Зуева идеально друг другу подходят, поэтому неудивительно, что именно у пары огромное количество фанатов. Актер и бывшая модель вместе с 2015 года. Все это время в СМИ и фан-группах регулярно появляются слухи о скорой свадьбе пары. Однако Данила и Ольга так до сих не связали себя узами брака и, похоже, у их поклонников уже не выдерживают нервы от волнения за судьбу пары. На днях Ольга поругалась с одной из подписчиц из-за вопроса о своей личной жизни. Актрисе задали прямой и, стоит отметить, бестактный вопрос, когда вы уже поженитесь или разойдетесь. Зуева это разозлило. На провокацию поклонница она ответила с явным раздражением. «Жениться или разводиться, скорее про таких, как вы», написала Ольга в сети. Поклонница попыталась оправдаться, что просто неудачно пошутила, но потом добавила, мол, раз это вызвало такую реакцию, значит, тема для невесты Козловского болезненная. Ольга дала еще один ответ, в котором твердо обозначила свою позицию. Ее личная жизнь не должна интересовать посторонних людей, закрыв на этом обсуждение вопроса. Напомним, что в начале осени прошлого года Данила приобрел элитную недвижимость в центре столицы, где актер живет с Ольгой и общим питомцем, собакой по кличке Груша. А спустя пару месяцев на безымянном пальце правой руки Зуевой появилось роскошное кольцо. Так что, возможно, свадьба пары все-таки не за горами. Однако от широкой публики даты и место проведения торжества скорее всего будут держать в тайне.